Этой дружбе уже 4 года. Именно столько группа «Илим» помогает кому не нуждающихся в заботе и тех, кто ее проявляет. За это время проделан внушительный объем работ. За весь период нашего сотрудничества было заменено 80 деревянных окон на оконные блоки ПВХ. Кроме того, что пластиковые стеклопакеты – это современно, говорит Ольга Валерьевна, это еще и в буквальном смысле новые образовательные горизонты. Возможностей для активности больше, а значит и занятия интереснее. Ведь пока в помещениях стояли старые деревянные рамы, сквозняки были привычным явлением. Конечно, стало теплее. Дети теперь могут заниматься, поиграть могут свободно на полу, на коврах. То есть такие условия, как дома. Если раньше они себе позволить не могли, было холодно, то теперь они спокойно могут поиграть в какие-то игры. А это 17 новых окон столовой. Они заменены в текущем году. Из-за ограничительных эпидемиологических мер внутри нам побывать не удалось. Но, как говорят местные сотрудники, разница между тем, что было, и тем, что стало, колоссальная. Хотели бы выразить огромную благодарность благотворительному фонду «Илим Гарант» за то, что они действительно оказывают незаменимую помощь. Ну и с каждым годом наше учреждение преображается, становится теплее, уютнее, светлее, и детишкам здесь нравится. В планах на следующий год у Центра помощи детям замена еще 47 окон. И значит, счастливых детей станет больше. Анна Шубина, Денис Медовщиков, Михаил Кузнецов. Новости БСТ.